Достар, қараған, мен бүгін неме ашарға пішірам. Мына қараған. Картофельный суп. Мына картофельный суп на воде. На воде. Никакого жирного бульона. Обед сел на диету. И шунан жыл жарю картошка отдельно. Азаляға. Конечно же, достар, мен алтарым хэта на воде аш пішірмейм. Мен пішірам тушонка мына. Кстати, мына ошу тушонка, на вот этой мақтайым, достар. От души, мына ошы кешелер халяльный, ошы кешелер тебе терты. Кімдер икен олар шын? Короче, фермерлар пахом делы, сағаралар. Нық шәп тушонкалары. Короче, сағаралар индейканан да, канинанан, де каниналары, мына халяльный, эвэте, тушоне па юлизанский. Изготовитель Бибарсова МФ, Пензенская область, сағара. Офигеть, Пензенская область сағара, что ли? Мен думал, Башқұртстанда сағаралар, елбастары. Мен үшін мақтаған болам, қалай Башқұрт фермерлері молодцы деп. Пензенский фермерлер молодцы. Пензенский фермерлер ИП Бибарсова молодцы. Тушонка обалденный, достар. Вот это не реклама. Ссылка ғанын специально, шоу ұнсып қалдырмайын бірген. Үгілі табығыр. Бұлай бұрыста. Хаттар шер. Бақшы бүшір ғанғы бұд просто обалденный кен. О, мұна қарағыр. Ошылай. И шыр иткені, шыр иткені, майы вообще әл, нық тәмілі. Кстати, біз әлі өпін тушонкалар алып қараның әбәтәй. И вот это единственная вкусная тушенка. Как я должна ложить обыны? Бірінсі тарелкаға метәлер зал тушенка на обычны. Тарелка? Ай, тарелка на ебәп салғылар. Семей тарелкаға біләт түшірәләсің. Ой, блин. Сен шолда білмейдін. Ақыл ретіп тұрамын. Айын қадам білем. Логически на тарасы жыз. Ой, логик мой. Ошо айтып алайым. Ай, бата сенім кісі сәрәмейді, нетмейді деген әзі. Ой. Карага, сколько мяса? И кстати, хакы кайват турмай. Ошо бір упаковка, мына бұл упаковка мәсінде 6 штук. Ошо тұра, купмен? Мәңесіз. ИП Бибарсова. Мен сізге реклама жасаймын үшін, меня вообще 1-2 коробка бесплатно бар. Ушон қағызды. Вот. Че, капец жирный. Ваш хатар тәмді болады қалып. Тушонканы араластырып халам. Говядина халам и канина. А канина нас барайыз. Вот. Канин. Офигеть, достар. Когда Альберт айтам, эх, Альберт, ты такой умный, что бы я без тебя делала, тиха. Альберт это бомжик был юрырным брейрдатый. Ты правда думаешь, что я бомжик был юрырным? Ех. А зачем так говоришь? Азалия, жареная картошка, достар, икра мына нашай. Вот, достар, қарағыз, Альберт мендей матур икра алған, ялтырап ятта. Какой-то ауылдан әп кегендер. Неге ауылдан? Әлі қайдан әп кегендер, қарачы, біздің ауылда хаталы. Кем бітті яртан икра өткіліп. Как ты говоришь про икру? Это божественный вкус. Божественный вкус? Его надо, это надо чувствовать, ты не понимаешь, мам. Фу, ты не шаришь. Да? Да. Божественный вкус. Белиссимо, грация. Как можно есть икру, я не понимаю. Это просто... Это вкус жизни. Я чувствую, как силы приливают ко мне, и появляется смысл жить эту жизнь. Из-за икры, что ли? Из-за икры. Он что, потом их мавты дуктар, бешвара? Максимовкала, Куршаулда. Жемчужина тиган, бар... Не я. Унимали у жемчужина. Жемчужина. Ресторан, да? Ресторан, да. Бешарар. И их мактары вот так. Ну, там, бля. Прямо аул икмеге хамак. Представляете, мах? Настоящий аул икмеге хамак, прямо. Единственное, что варгана темли бешарар. И прикиньте, кем дар бешара? Эрмендер. Кстати, жемчужина директора. Меня целый КамАЗ икмеге кили за рекламу. Очень круто. Очень. Рубрика «Стройка». Хазар, я еду проверять стройку. Что на сегодняшний день сделано? И что на сегодняшний день сделано? Покрашено. Я хочу чихнуть, блин. И не могу чихнуть. Короче, мне уже чихать там. Сейчас там, да? Уже чихать трэм по ноге. Потому что я простыла, мне уже третий день ауреем.
Мы вообще из-за чего мы носки кимем, доктор, хотите узнать? Потому что, доктор, мы не яратмаем носки кирга. Если носки кимем, как будто тишиметы ян хама. Это оказывается какая-то болезнь. Так вот, мы тоже ноги доганим, мы не будем подписывать то, что это болезнь. Прикиньте, мы даже не кударим, как будто мы не искеном или пахмельдан хама. Ну, сабанда, и не умагаться, надо быть брать грави, мы брать мы душа тып койргеры. Она кишлердің алдында вообще асфальт. Қарағыз, вообще капец того, блин, машиналар буксовать етеді, достар, прикиньте. Я же главный прораб вообще-то. Мен все контролирую. Мен бүтін стройканы, между прочим, контролирую, достар. Вот так вот. Потому что без моего контроля, иначе стройка на сар бара. Сәлем! Қалдар несек? Да, бітмәл мен? Да. Да? Неше біштегі мен? Бля, өзін, да, достар, что Альфир бұдың ең бұтағы ғымақ. Ну что ж ты, ну хорошо, уже потолок такой вот как, эй, не мне потолок не баш, не мне оба, а что не мне оба, а подоконник так, вот, кисельный Альберт Леруа Мерлин подкань, но уже подоконники готов. Мы на Синежман уже Альберт Манальфир покрасили, Аллаха шикар, меня уж был элекмене, хотя я каждый год, между прочим, все стены мы красили с Альбертом вдвоем. И там все пошла и говорит, и киске хадарим красить теник. В основном мы красим валик мне. Таким вот валиком. А лава давит ей. Шоп-ш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 оп. И все. Что-то цвет не переносит, доктор, камера курит мей. Ну, на самом деле, она белоснежная. Вообще, нам очень нравится этот цвет. Можно даже икі қат ішлерге шутысты. Икі қат ішлерге ішілі ағырақ була. Итак, доктор, батареялар вот такой фирмы установлены. В этом доме называется какой-то фальяно. По-итальянски, изготовлено по итальянской технологии. Такие же батареи стоят у нас в доме. И, между прочим, проблем курганевер юг. Вот, все тепло и все хорошо. Вот такие вот радиаторы. Привет, Найлиш, скажите нам, пожалуйста, одна секция батареи на сколько квадратуры идет? Всех интересует этот вопрос. Ну, на самом деле, доктор, куптер, бельмедер, сколько секций устанавливать на определенную квадратуру? Ну, допустим, зур, залга, купная секция, куйргер. Ну, бір секция на 1.5 квадрата. Мына ошо залга, неся квадрат? Вот 30 квадрат. 30 квадратов, а неся секция кита? Ну, положено, вообще где-то секции, наверное, 17-18, да. Ага. А возьмем, да, 22. Угу. Вот. Короче, 30 квадратов Альберт установил 22 секции. Секция нормально, ушла два. Мна, ушла. Мна, вот это вот секция туда-тала. А сколько ушло вот на одно окно, вот этот подоконник и вот эти вот откосы? Или это что называется? Откосы? Сколько ушло? Короче, доктор, мана бер тедрега, что куйрга подоконник, именно ушло боковые откосы, манимэтики и кимэнгита. А во сколько обошлось в дом провести электричество? За работу я заплатил 40 тысяч. 40 тысяч. Да. А материалы вот это всякие, трубы, шланги, выключатели, включатели, розетки? Это тоже обошлось 40 тысяч. Тоже 40 тысяч? А что вы наняли 40 тысяч? А я это не думаю, или это кабель вообще накрывает? Прикиньте, доктор, короче, в общей сложности с работой вместе и вот это все электрический. А для меня это хикхэнменга бара бафта. Купала, а там ойди. Или айтмейм күші? Кен? Купың адам. 6 миллион ерім. 6 миллион ерім? Ай. Чистовай деп көмін. Ай, полностью чистовай. Но кем без этого ала, без оформления дома, то скидка была. Купың. Но онсы үйіне қарағандайын договоримся. Понятно. Короче, без документов, как участок алхага, огромную скидку сделаем. А если с документами весь оформленный дом, то 6 миллион ярым. Потому что доктор, бізге налог төлергерек. Налог вообще-то не маленький с продажи недвижимости. Купны примерно налог алу отеге вақыт Альберт бі төленек? 500 мин. 500 мин. Біз былтыр бір үйді атқанда 500 мин налог төленек. Представляете ма? Мергама келелі, мам, давай обниматься ты. И Шнунг у меня всякие странные рилсы показывает. Ну, все странные. Тебе не нравится, что ли? Нет, нравится. Я тебе уже, оказывается, бесит показывать. Оказывается, они странные рилсы. Вот так, значит. Нет, тебе нравится. Давай показывай. Потому что, смотрите, я ей скидываю. Она не просматривает никогда. Вот скажи, что я даже тебе вот этот в директе не отвечаю. Да, да, прикиньте, вот вам отвечает, мне не отвечает. Осуждаю. Ну, мне идеально, когда я директ отправила утром с Инстаграм.
Такая дурочка ты. Вот. Это ты. Нечего командовать в моем доме. Вот она сюда и рилстар меня и вера, прикинь. Будешь свою маму, когда ты пришел домой поздно. Вот, ты точно так же меня будешь. Вообще, бедный третий вис. Вообще ему все попадает так. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock. Я уже их кое их сане. Блин, Элла когда она шевры, повал май. Чё? Она стыдно. Если на сервлян. Не специально меня их кое идёт органда чергалдо. Мотор ведь хорошо, Артем дальний мотор. Красиво же. Ты же умеешь красоту видеть? Нет. Нет, что ли? Не вижу, нет. И меня не видишь, что ли, Тёма? Ну, Тар, сейчас будем снимать Вайн. Он очень легкий, между прочим. Ну, снимать легко. А делать его, монтаж делать, будет очень тяжело. Не мёте. Я вам 90% скидки делаю. Да? Ну вот это, типа, вот эта сумма, которая да? Это, типа, очень мало. Да? Типа... Почему? А что так дорого стоит, да, вот это? Да. Секунда, 6000 стоит ты, вообще. А был? И что мне теперь сделать, чтобы он скидку делал? Он умен, танус, в принципе, а, вот, да? Типа... Я ничего не должна ему? Ну, умен, она должна, ведь? Да. Короче, достар, вот, вельми хэгэд билип койыл, хочу сказать, мына ошо вайнды түшүрү рөсүн, эвэтэй, по времени уйдет у нас минут 10, да, буквально, ну, пускай, ладно, 20 уйдет, эвэтэй. А монтаж, эшлэйсяк, бир егит, бэйсынын графисты будет монтаж делать, потому что очень сложный монтаж, и шул монтаж тура, бля хэгэд мэ, секунды купатинем. Бир секунд, алтымен тура, бир секунд. Представляете мне, бир секунд монтажа алтыментура. Представляете мне? Ну, короче, у меня, оказывается, мой фанат и решил сделать мне скидку. Сартам, конечно, лайлдинг танышы и он сделал нам огромную скидку. Короче, готовимся к съемкам Вайна. Представляете мне, и ты калганим, хара и тыгым, дэвэ дотар. Хара и тыгым, таксила тұрып калган. Представляете мне, меня яраткан хара и тыгтары. Придется вот так делать. Чтобы не видно было. Был бахыр курмек, басравка, представляете, мне карага, да мне пятна ларбанда. Офигеть. Ой, бух так он много машин. Хара мои, ты этот, ноги не снимай так дома. Для чего все это делаем? Слушай, для чего? Мне самой не нравится, это же интересно. Не знаю, я получаю от этого удовольствие. Когда Вайн залетает, или прям в музей, я прикидываю. Нормально. Поняли? А ты для чего делаешь? Это не ради денег, чтобы взять вот этот вайн. Блин, сколько денег? Ну, мимби. Грубо говоря. Сколько денег? Графический там, знаете, алтынный тебе. Алтынный. Алтынная голодна, допустим, 6 тысяч. 36 тысяч. Плюс, допустим, мне 10 тысяч. Уже 40 тысяч летает. Ты 10 тысяч у меня просишь? Ты что, серьезно, что ли? Короче, достар, вайндар, ты меня ахса кельтермай. Это я снимаю для души. Не могла вообще айна прикинь на ванне сыграть. Вот здесь стоит как будто бы машина. Вот здесь. Нет. Подальше, подальше отойду. Она ушла, да? Пошла, да. Ноги закинули. Прекрасно, пишу, да, что я это все ради денег делаю. А вот и не правда. А вот и вы ошиблись. Отстаньте мне, я говорю, отметка, что им да и все. Помогите мне деньгами. Давай говори, что я должна тебе. Вот такие вещи я бы уж хату шерюльме, между прочим. Смотрите, сколько времени уделил мне на Эль. Говори, что я тебе должна сразу. Давай, чтобы тогда, блин, да, сколько я тебе должна. Что?
Просто подписывайтесь. Подписывайтесь на Наиля. Он самый крутой видеомейкер. Я Кринал тоже крутой. Ну, после меня. Ладно, Рахмат с вами. Каждый по-своему крутой. Да, Рахмат дорогой. It is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Albert van der Zarek, Balak. Опять мне шапку не бьё. Им бы срок мало шапку не бьё. Жарки не бал. Ну, если бы срок умно, то ты вот как она меня бьё. Не мотор, модную шапочку. О, хорошо, надо так. А вот всегда же пакет есть на он халат, он халат. А, весь ты, бля, опять пакет ищет. И весь уже это бутай, бутай, да, добр шапы. Она майна уже кыздырыга койган. Ут яны ватабында, асып кырды. Ох, ты. Скоро. Ошында халып тұрып майға будет жарыды. Әйбір қалан. Майын қызмаған бет. О, қана сәсірі, еті қызмаған. Майын қызмаған әпер. Сәсірі, қызмаған деймін. Ой, е, қызмаған ойлық. Қара, әне, бұны мәке. Не мәке? Сәсірі, оны, қарай жүр. Мен білмеймін шым сәсірі. Ай, қызған екен. О, қой, сөте, бүтін дония. Даже мы на улицах Пангарага застали, а ходай. Офигеть. Паровоз какой-то. Поджарись ты пчерам, я ну вот так. Поджарись ты пчерам, потому что именно я ратан. Угу. Это ты так проявляешь свою любовь? Ага. А? Нифига себе. А просто сказать, я тебя люблю слабо? Мужик ларлайты утырмайын. А? Мужик ларлайты утырмайын. Халайты утырмайын. Солай, просто сөйлеп. Просто сөйлеп. Ой, мотор, у меня наверное ларбер. Просто какой-то шедевр искусства лахун. Шерабль сам. Ой. Шерабль. Шерабль мэсэн. Бешерабль мәңе бала. 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 Үзің бүшір башаған тәмді өт әлбет. Қалай тұмсы баша өрген бұл. Как бұты итті тұғалған өй. Бір кенте дұлтар. Бір кіне құсайшы қалды. Бір саша бұттық әлбет мәй көліп. Бір пәтке әді. Нұқ тәмді. Рахмат бауырсыз. Сен ойланды, ойлы. Немекке қайда, неме майды? Ирине ойлы. Нерай, увлажнение көзі болады.